никто не сталкивался с трудностями во время ремонта. Как правильно работать с различными материалами и дрелью, объяснили на мастер-классе в Химках. Мастер рассказал о типах сверла для каждого материала, а также раскрыл несколько секретов по ремонту дома. На этом малярном скотче делаете разметку, где вам надо отверстие. И через малярный скотч сверлим плитку. У вас не будет мелких сколов стекла ни рядом с отверстием, и сверло у вас не пойдет плясать по плитке, не сделает мелких рисок. Алексей занимается своим делом уже пару десятков лет. Таких химчан, как он, полностью отдающих себя любимой профессии, помещают на доску почета. Как правило, обновляют ее осенью перед днем города. Об этом рассказал депутат Совета депутатов Владимир Васильев. Кандидатов на доску почета городского округа Химки утверждают и размещают ежегодно. Решением Совета депутатов на основании выдвижения коллективов, коллективами рабочими, они выдвигают свои кандидатуры, они рассматриваются, поддерживаются профильными комитетами администрации, утверждают советом депутатов. Самое главное, что вчера, я считаю, так произошло, значит, утвердили людей на доску почета. Такие встречи в Химках – возможность не только провести с пользой досуг, но и узнать что-то новое о жизни города. Подробную информацию о будущих мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить», а также на специальном сайте.